И всем привет, ребята! Сегодня мы петь смотрели X. И вы это уже прекрасно видите. Я думаю, что вы по петикам уже узнали. И сегодня я заметила, что вот картинка изменилась. Ой, это картинка, ну как еще назвать? Этикетка изменилась, там какой-то таймер показывал. Давайте сейчас исследуем то, что все, что у меня открыто, и посмотрим, где это вообще находится. Мне кажется, что надо взлетать. Это очень странный знак какого-то времени. Это сундучок. Так, все забрал. Так, давайте сразу телепортнемся, где я уже видел, наверное, видел такое. Что-то в прошлый раз было какая-то фитами что-то, ну, я не успел взять, короче. А вот где вот то найти, я не знаю. Давайте обратно. Купим телепорт. Так, ребят. Ой. Я не знаю вообще, где вот это вот может находиться, но может быть что-то тут есть. Подождите, а это разве тут было? Тут это было? А я не помню, ребят. Тут можно золотого питика сделать, нормально. Так, это что? Это что такое? Чего? Офигеть, а что это за банк такой странный? Так, как-то странновато. Так, что у нас тут? Можно взять золотого петика. Кстати, давайте попробуем. Сейчас это как 4-5. Давайте какого выберем? Пингвина такая. Не помню, где он раскрылся. Так что давайте... Какое-либо яйцо. Надо что-нибудь открыть, чтобы узнать. Вот давайте вот это вот все будем открывать. 175 тысяч, это у меня миллион. Сон. Еще раз. Опять. Сон. Так, и что новый выпадет сейчас? Блин, другой. Надо на соников. Я редки достал, ладно. И опять он. Я не знаю, что. Эльва, третий. И четвертый, чтобы. Ну как бы четвертый может быть он. Все, ребята, мы можем сделать золотого петика. Филитин петов купил. Все, ты пицца, ребят. Батонку. Эх, это казалось. Ну и. Посмотри, что у нас вынули. Подождите. Я не могу зайти в инвентарь. Это что за. Капец. А что теперь делать? Я не могу открыть инвентарь. Извините, ребят. Но мне, походу, придется перезайти. Ну, почему так? Тупо не открывается инвентарь мой. Чего надо сделать? Может, телепортнуться? Не выходит. У меня кнопки все зависли, ребята. А что делать? Ребят, сейчас Все, ребята, я перезашел. Сейчас только вот загрузка. Так, давай. Так, вот мы тут. Кнопки у нас нажимаются. Все, вы увидите в моем виде. А где наш... А где слон? Где слон? Ребят, нас что, заскамили? Где сон? Мы же его сделали.
Капец, придется все заново делать. Давайте опять к этому яичку подойдем. Что такое? Элефант. Ну не, ты мне уже не нужен. Ты предатель просто. О, ребята, нам еще одного осталось такого. Близ. Близ, давай, близ этот. Элефант, блин. Еще одного открываем. А еще одно яйцо. Да, блин. Он предатель. Так, посмотрим, что 4 у нас будет. И... Четвертый у нас оказался. Этот вот. Эти вот петли. Все, ребят. Давайте-ка сделаем. Надеюсь, сейчас не будет этого бага. Выбираем на выбор. Оп, 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 оп. 63, ребят. Есть! И? Сломенький все равно. Ну, ребят, ладно. Этого я раньше тут не видел. Реально не видел. Давайте немножко еще поедаем. Так, и что же еще сделать? Телепорт. Оп. Давайте-ка полетим в космос. Полетели в космос. Так, ну тут показалось все. Вот тут уже падает, падает. Блин, этого что-то этого маловато. Что там, мои петики не только это умеют. Так. Тут вот два сундучка. Давайте вот какое-нибудь соревнование создадим. Там вот тоже два. Посмотрим, кто. Нет! Я тупо случайно нажал. Давай. Так, ладно, давайте сойди заднее, короче, устрою. Ну, коробочки у нас уже есть. Гоу, ребята, короче, этот победил, да? Есть. Эта команда победила. Так, собираем мешочек, оп, собираем монетки, печеньки, точнее, не знаю, что. Ой, спасите меня! Я в текстуре оказался, в этой коробке, ой. Мешочек, нужен мешочек. Так-с, ну, еще поделать. Так, оп. Нет! Ой. Это вы, нет. Вот там вы делали. Что-то у нас немножко путаница как-то произошла. Всех подарок. Ребята, все. Сундук открывайте. Еще сундук. Вот, нормально. Надо 100 сундуков открыть. Офигеть. Дайте? Или что? Я не понял, что дарить было. Давайте купить сундуки. Что-то у нас это не получается выполнить задание то. А там тут вообще показывают. Ой. Блин, обмен вообще. Я не знаю, почему тут собственно вот обмен. Так-с. О, давайте алмазики. Точно легко, ребята. Немножко алмазиков мы добыли.
Это ломало, давайте еще один вот такой большой сундук. Так, что еще сделаем? Выйдем отсюда и все. Из этого портала, точнее. Акс. Надо же пойти. Давайте самый последний. Ого, рай. Тут тоже есть два сундука. Давайте-ка я заберу один сундук, как бы заберу. Чуть-чуть нормально тут надо. Кидывать. Есть. Открыли. Ого, нормально мне что дали. Давай. Добывайте. Мне очень легко уже теперь добывать. Давай. О, отлично. Ой. Бейте сундук, нам все нужно. Ура. Так вот, а что там? Да ничего. Кто первый откроет? Ребята, тот вот походу выигрывает. Там что даже есть. Ребята, у нас тут обмен пришел. Плиз дай. Что ему дать? Давайте-ка я ему дам алмаз. Блин, текстуры, пофиг. Ну, спасибо, что ты мне... Ребята, спасайте меня. Спасайте своего хозяина. Так, что там? Ничего. И на сегодня все. И всем пока.